Ну а теперь информация в большей степени для тех, кто любит удивлять своих подписчиков в Инстаграме. Опасное селфи. Вот этими кадрами жители Рыбинска поделились в социальных сетях. Молодой парень залез на крышу 12-этажки. Рискуя собственной жизнью, он попытался сделать фото и параллельно попал в объектив видеокамеры прохожего. К счастью, обошлось без последствий. Пользователи соцсетей были возмущены поступком фотографа-экстремала. Ну а чтобы предотвратить подобные ситуации, полицейские разработали памятку «Безопасное селфи». Согласно ей, запрещено делать так называемые «себяшки» с оружием на воде, железнодорожных путях и на крышах зданий.